Ты пиндорас уже, чё не пиздец? Усос, блядь! Почему у меня раса всякие зверушки? Сосу, блядь! Милочка, мясо! Я не убил тело, блядь. Пить, реально. Давай хоть двигатель, блядь, поставлю. Быстрее сливаться. Нет, поперхи уже что-нибудь, это такая жиза, блядь. Эти драм-н-бейсеры сейчас в 4, блядь, по-моему, дорожки там раскопировали. Куски наваливающего дерьма. А чё, на заставке не приседаешь, да, пидрила? Какой был бы факт, который не был? Лиц. Мне кажется, это было очковидно. Очковид 19. Вот этого века. Это танковая болезнь. Все противники болеют. Мне кажется, мне в задницу. Как будто тебе вертикальную синхронизацию звуки выключили. Ну это тогда скорее горизонтальная синхронизация, это полезно, правильно? Коммунисты, блин. Я тоже об этом. Сука! Я слово вспоминал, блять! Я тоже хотел сказать. Либерас. Левый или правый, блядь. Да, нахуй. Копированное очко, блядь. Это полировал основной человек. Слушай, а ты где так? Нет? Ты где такой дедукции набрался? Ты дед? Ты такая идеальная дедукция была. Или Шерлок Хуйол. Хуерлок Шоумс, блядь. Это были два лословые челика. Мне еще сейчас первый класс дадут, я вообще сдохну. Ананас, первый класс. Ты пидорас. Ананас, первый класс.
считай, что ты уже проебал. Ну я понял. Ты можешь еще забрать вот этого человека. Я могу выехать и попробовать, могу не пробовать. Что думаешь? Че Ковенанта? Можешь попробовать забайтить его на гусеницу. Хорошая идея. Как видишь, телек там в принципе дебил. Ну да. Он пидор, на самом деле. Я тут сижу, кучу бамбук, даю советы, раздаю бесплатно. Ну, блядь, ты же профессионал в этой ебаной игре. Ну, на самом деле, слышь, перестрелять вот даже пустого пятого на... Двух четвертых, блядь? Бать моя, картонная вообще хрень огроменная просто. И этот камень, как я не знаю, как бордюр. Ты понимаешь, что я за этим камнем не прячусь, я торчу за ним? Наркоман, торчит еще там. Все, я спрятал. Я спрятался. Просто пока скачься, я буду тут пока стоять. Я спрятался. Я надеюсь, это еблан мне не вантапнет. По идее, не должен. Вот меня может, если увидит. Ну поэтому стой там, блять, вообще не двигайся. Я и не двигаюсь. Там не двигаюсь. Ну что, да, очко само там какие-то решит. Если выйти, напишу что-то в стиле, а чё зависли, блядь. Знаешь, там диз. А я пока я жму, я вообще, блядь, цветочек. Панкочек. Панкочек? Блин, что-то меня все равно не оставляет ощущение, что меня вантап. Нет, не знаю. Там чуть-чуть осталось. Ожило, блядь. И не появился, самое главное. И я вообще... Первый класс. Второй. Из инфиза, естественно. Ты что-то залупил на себя, подожди. Это залупа на меня развернула. А чё заехал-то? Помощнее, по идее. Поехать он собрался, блядь. А, он в чате писал. Я сейчас в очко отстрелять буду. Я в курсе. Вот это я, блядь, не в курсе был сейчас. Ну чё, провалился? Там ещё одно такое. Ну у тебя-то столько есть, а у меня столько нет. У тебя столько нет? Не столько, не 200, а не лямка. Оторвался. Я тебя понял. Блин, залупил, там круто. Да, стоит такой, знаешь, в одну сторону втыкает, стоит. Потом в другую сторону стоит, втыкает. Я там очко нашел. Знаешь, типа, британскую розетку в евро пытался вставить. В доллары, мне кажется, он ее вкал. В юани, блядь. Ну, блядь! Пока не тут,
Уёбище. Он полчаса стоял. И втопил, когда остался на лоу хп. Когда остался на одну тычку, он тут же там, знаешь, драйв включил и газ. Да ну, блядь, вообще пизда. Давай поставим. А я отсюда не выйду, да? Нажми на насос, может кто-то поможет. Ну что мне здесь убить, вот оттуда или вот оттуда? Это жирное очко явно приехало мне помочь. Что-то он делает не так на данный момент. А хотя ничего нормально. А водитель сдох, что ли? Это типичная проблема. Она стоит. Ну, лайфхак. Смотрите, я сосательный круг кинул. Чупа-чупс. Нет, отлично заснул я. Я просто выехал им от там. Ну, вроде там говно, а против HTC мощное. Камикадзе. Вот там, да. Раз в 50 больше опыта дают в Тагиле. Потому что танк это такое дерьмо! Это такое дерьмо! Ты, блядь, просто... Ну, за МХ это еще тема. По сравнению с этим хуйнем. Хуйнем от аккумулятора отвалилась. Как вот твой микрофон сейчас. Хуйнем молодцы. А хер ли это? Хер ли это говно на дьявола? Да, ты только что пошёл. Ты чё, блядь? Давай. Ещё один цветочек. Ещё один. Вы чё, блядь? Говорите. Что за подсолнечники, блядь, какие-то? Это подсосало мое ощущение, как, блядь, где ты? Ты, блядь, на другом конце карты подсосал на ручку. А я на ходу выиграл. Какого члена, блядь? Я ему всю хп-шку снял, блядь, сам. В аду не просто, знаешь, пускай рулетка. В одно хп. Рулетка, блядь. Сейчас. Слушай! А мне нужно. И в аду стрелять это реально работает. Давайте первый класс, блядь. Спасибо, блядь. Ну я сказал, что жду пока просру. Просирайте поскорее, пойдем с ним. Все у меня за патронов не правильно. Я буду, блядь, сюда какой-нибудь обвес, танковые пушки. Полный вот этот чел мне не интересен. О! Готов! И здесь секунду будут. Это
давай не будем байдиться на патрон. Готов. Все, я все. Иди секунд. А еще меньше урон мог прокнуться, я не в курсе как бы. Какой в пизду первый класс в очко, залупились на меня, что ли? Ошибка, 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 ошибка. Я не сомневался, что он его добьет. Ну куда ты попёрся-то? Погоди, погоди. Да что мне в жопу-то жмёт, блядь? Га-га-га, блядь. Я гусь укусил. Угусил. Вскоре мы его не убьём. Мне на него вообще посрать. Тебя ему пока что тоже насрать. Да ж ты пиздун. Зипа ретрит. Хера не его заблочили. Два очка, блядь. Погоди, 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 погоди. Погоди, 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 погоди. Но я не успею перезарядиться, чем это перезарядиться. И может он не пробьет? Хотя нет, мне кажется, тиммейт сдохнет. О-о-о. Ну пусть тиммейт умчет, мне его не жалко. Это говно тут все равно застряло. Это, конечно, немного цинично, но мне надо тяжа убить было. Так ты в любом случае ставил перезаряжался, ты ничего не мог сделать. Мастер?
Thank you.
When the gamma rays hit, common sense said no defense. Don't break foot, drinking time in your heart. About the sweepstakes, man, I'm hardly starving. Haven't charged my phone for like 4 scores. Wanna know where I'm at, check the billboards. Couldn't give a fuck like a good nun. They're trying to kill King Kong with a blowgun. Future, just computers, no one here to start a war. We're forgotten, just a picture, no one looks at anymore.